Добрый день, дорогие мои. У меня хорошая новость для каждого из нас. Время настало. В Киеве, правом береге, с 18 по 20 июня мы открываем новую церковь под названием «Дом Христа». И в связи с этим я с огромной радостью и желанием приглашаю каждого из вас, друзья наши, чтобы вы подключались и поддерживали нас, во-первых, в евангелизации, которая должна начинаться с 11 июня по 20. И вы можете выбирать любой из этих дней, приехать и участвовать в распространении Евангелия и приглашение этих людей на 18, 19 и 20 июня. Кого я хочу пригласить? Я хочу также пригласить выпускников нашей библейской школы, семейный центр Евангелия, те, которые проходили интенсивные подготовки служителей как евангелисты и также как душепопечители. Ваши поддержки и ваш практичный опыт будут очень необходимы для нас. Поэтому мы будем рады видеть каждого из вас. Помолитесь об этом, примите решение, пишите нам и дайте нам знать о вашем решении приехать. О, да, я согласен с вами, что время сжимает и очень мало. И потому я прошу вас, молитесь об этом. И я уверен, если есть желание, Господь даст устройство. Ведь написано, Он дает хотение и действие. И да Господь благословляет желание ваше и действие ваше во имя Иисуса. Поэтому я приглашаю вас, как миссионеры, вы идете из миссии из того города, где вы есть. Поэтому транспортные расходы, жилье и питание вы берете на себя. Как миссионер, вы идете на миссию. Возможно, церковь поддержит вас и друзей. Но я знаю, что Бог за вами, и Бог даст устройство. Если Он вложит желание, Он обеспечит для этого. И также те, которые в Киеве или другие города, но не учились в нашей школе, мы также приглашаем вас. Мы будем рады вас видеть. Я также хочу вас, возможно, обратиться к тем, которые Бог благослови каким-то дарами, умение петь или играть на какой-то музыкальной орудии. Но вы нигде не играете, не служите, не реализуете ваши дары. Приходите, мы вместе с вами будем расти и совершать дела Господни. А те, которые имеют желание поддерживать нас в этой новой дела, возможно, не только молитвы, но вы хотите послать нам ваши семена. Вы хотите сеять в начало этой церкви. В этой истории церкви ваши имена будут зафиксированы на небеса за ваши молитвы, финансовые поддержки и практические поддержки в евангелизации. Я думаю, что небеса будут радоваться, и мы будем очень-очень радоваться вместе с вами. Поэтому приглашаю вас, собирайтесь, ждем ваши звонки, или ваши смс-ки, или ваши сообщения, что вы едете, или вы какое-то действие принимаете. Я благословляю вас за время, которое вы послушали это. Для нас это огромная честь и огромная радость пригласить вас. Да благословит Господь Бог. Да милость Его сопровождает вас. И да Господь поспешествует все дела рук ваши. Люблю вас, ждем вас вместе с делами истории в Киеве, в Украине. До встречи с миром Божьим. Аминь.